Так, всем привет! Сегодня с вами Герасим Шоу, и мы сегодня будем смотреть коллекционное издание World of Warcraft Cataclysm, или Король Лич, хрен знает. Я сегодня буду не один, со мной будет наш любимый Масленников. Всем привет! Да, и это его коллекционное издание, я пришел к нему в гости и увидел это. Ну, он мне ее показал, как видите, она открыта, просто Масленников не дождался меня. Тут нет Панданенус, тут есть Катаклизм. Так, собака, уйди. Ну, такая хорошая крышечка. А что еще было? Это у папы такие бывают. А, это у папы было? Что, папа твой играет в World of Warcraft? Да. Так, тут есть такая офигенная книга. Я обожаю. Офигенная книга. Тут картиночки, фан-арты. Офигенно. А вы знаете, что это? Это ревущий фьорд, я думаю. Или нет, хрен знает. Это Король Лич. Это Король Лич. А тут есть катаклизм? Извини, что я смотрю. О, это паладин, но... Что, тут даже броня есть. Офигенно. Клёво. Тут есть броня, обновление катаклизм. Клёво. Класс. Я обожаю, я лучше разберу вас. Так, что тут у нас еще есть? У нас есть какие-то карточки, я не знаю, зачем они игровые, как понял, да, Мас? Игровые, ну, как понимаю, тут есть персонажи, паладин, охотники, еще какие-то герои. Не будем их смотреть все. Тут, как понимаю, Орда есть и Альянс, еще какие-то карточки есть. Так, есть официальный диск. У меня такой же есть, который я покупал. Так, тут один диск есть. Так, твою мать, я спалил твой код. Я спалил твой код, я думаю, никто не заметил. Так, ну, что надо, я сделаю тронинга. А, тут инструкция, как играть в эту игру. Так, гостевой пропуск. Блин, сколько тут кодов. Гостевой пропуск, как всегда. Ну, как играть, бла-бла-бла, как играть, как понимаю. Да, надо это все попробовать, просто, как понимаю, маски купил и все. Это дополнительные материалы. Тут. Да. Что тут есть? Тут. Ну, читайте. Я не буду читать. Ну, поставьте на паузу и потом почитайте. А, вот дополнительные ролики ко всем обновлениям. Ну, так есть концепт артов разводчиков Виктории. Ну, мы это посмотрим сейчас, я думаю. Нет, мы сейчас. Мы будем сейчас ставить iOS. Прошивку 6.1. А, ну давайте тоже запишем, как мы это делаем. У нас будет два видео. Это World of Warcraft и iOS 6.0.1. Вот такая вещь.